Мы с гордостью представляем Азербайджан в Лиге чемпионов. Мы маленькая по футбольным меркам нация. Для нас это первые шаги в большом футболе. Успех Карабаха уже стал историческим. Матч с Ромой во втором туре стал первым матчем Лиги чемпионов, который состоялся в Азербайджане. Дети, женщины, старики – все говорили только о футболе. Все обсуждают наши матчи в Лиге чемпионов. Мы с первых минут поняли, что Рома – очень сильная команда. И пропустили дважды. Несмотря на это, игроки не опустили руки и старались создать им проблемы. Мы проиграли 1-2. Хотели как минимум сыграть ничью, но увы. Изначально Карабах представлял город Агдам, что в 300 километрах от Баку. Однако из-за военного конфликта в этом регионе клубу в 1993 году пришлось сменить прописку и переехать в столицу страны. В том же году Карабах выиграл свой первый титул. Следующего трофея пришлось ждать 21 год. В прошлом сезоне Карабах стал чемпионом уже четвертый раз подряд. Я бы хотел поблагодарить наших фанатов, которые даже в Баку не оставляют нас без поддержки. Все азербайджанские болельщики сейчас за Карабах. Наша задача — играть в яркий футбол против любого оппонента, чтобы фанаты гордились нами. Мы хотим показать всем наш сильный дух, что мы не остановимся на выходе в групповую стадию Лиги чемпионов. Мы хотим большего. Гурбан Гурбанов тренирует Карабах с 2008 года. Его богатая карьера, которая проходила в том числе и в России, сделала его одним из лучших бомбардиров Азербайджана в истории. Однако в качестве тренера на международной арене он пока не показывает выдающихся результатов. Этот состав собирал наш тренер, поэтому, что неудивительно, мы играем согласно его философии. Как человек он довольно спокойный, добрый, честный, и мы ценим его за эти качества. Наши футболисты теперь понимают значение слов «великий футбол». А я думаю, что все, что происходит сейчас с Карабахом, это отличный толчок к развитию клуба.